Жителя Челябинска, который учинил пьяный дебош в аэропорту Толмачево в сентябре этого года, отдают под суд. Пассажира обвинили в нападении на полицейского. Сорокашестилетний мужчина даже в дежурной части продолжал нецензурный монолог. Словом, вел себя не совсем прилично. Получив известие о составлении протокола об административном правонарушении, не согласно со статьей «Мелкое хулиганство», он и вовсе распустил руки. Ну, давай так, сядь, посиди. Ну, чё, посиди, выпускай, человек. Буйному пассажиру не помогла даже изоляция в спецкамере, которая по случаю таких вот несдержанных клиентов оборудована по антивандальному принципу. Едва выйдя из-за решетки, он еще раз напал на полицейских, чем усугубил свое и без того незавидное положение. Заезжий путешественник был вынужден задержаться в Сибири на время следствия. В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в инкриминируемом деянии он признал в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных процессуальных действий. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.